Блять, как я это сделал? Может быть, я смог бы достать до сюда? Сомнительно, конечно, но... Попытка, пытка. Как я это сделал до этого? Ну, как я ее объебал? Ну, блядь, почти объебал! Ну, нет! Блядь, не надо! Ну, не падай, родна... Ну, блядь! Она падает, когда пытается на нее залезть. Это явно не решение. Но какое здесь может быть решение? Но для чего кнопка здесь? Кнопка тут вообще не к месту. Не, я не достаю него, прикиньте. Даже... Короче, не попыталась объебать игру, как в портале. По-своему пройти не дают. Нужны именно... решения, которые придумали разработчики. Бля, почти объебал игру, почти. Почти переиграл. Но они это предвидели. Свобода мышления не приветствуется. Для чего кнопка ебаная нужна? Как понять? Вот так-то лучше. Чат, внимание, анекдот. Попич покупает комп. Не включает вилку в розетку, нажимает на кнопку запуска компа. ХММ не работает, походу это баг, разрабы дауны. МБ, тут можно как-то залгузить. Рафлайн баллы. Подожди, то есть я включил электричество, но что-то не сделал? Ты не полностью включил электричество. Не полностью? А как увидеть? Как видеть? Я пытался нажать на эту кнопку, вот эту вот кнопку, вот. Вот эта вот кнопка, не нажимается. А как понять, что я включил электричество полностью? Я не видел, чего это значит. Ну, типа, я не виноват, когда я не вижу, гайз. Это не считается за тупом, если я не видел. Вы часто, блядь, электричество подрубаете, но именно с нуля? А что я еще должен был сделать? Я включил генератор. С чем еще можно интерактировать? Я просто не вижу, с чем можно интерактировать, поэтому не знаю, как дальше. Жалко, игру не попыталась объебать. Ну, не получилось. Было бы круто, если... А, лол! Да, блядь! Я этого не видел вообще! Чего, блядь? Я этого не видел даже отдаленно. Но это не затуп, как обычно. В этой игре нету ни одного затупа, потому что она легкая очень. Тут все головоломки реально для чуть ли не пятилетних. Но как бы я этого не видел... Типа, если я этого не видел, что дальше? Что я сделаю? Ноль вины, ноль ошибок. Не, ну было бы красиво, если я смог бы объебать игру и перелезть через это. Было бы реально красиво. В портале так можно было постоянно объебывать игру. Поэтому портал гениальный. Ты мог по-своему пройти. То, что я придумал, было вообще охуенно, кстати. Сколько бы людей, ну, сколько бы из вас так додумалось до такого решения? Оно было вполне реалистично, это было вполне реально сделать, но игра не позволяла. Как бы я ж не мог думать о настоящем решении, потому что я не видел этого, блядь. А опять же, думать-то не надо было. Нужно было просто включить в розетку прикол. Что я могу поделать? Я не видел там розетки никакой. Я ебу, блин. Сейчас бы видеть. Эх. Ну, игра, конечно, да, игра очень легкая. Могли бы и сложнее что-то сделать. А то, получается, все разы, когда я, типа, туплю, я на самом деле не туплю. Потому что это все просто не заметил. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.